готовить. Все. Теперь самое основное точное. Так вот, друзья, Дэн у нас любит готовить вообще, и он профессиональный мастер. Сейчас мы измажем еще одного профессионального мастера. Молодец. Фирменного приготовления, да, сам делал. Цезарь ручного приготовления. Каперсы, анчоусы и так далее. Вилками, естественно. Вообще красота. И сколько ты его варил? Я его не варил, он будет делать. Это уникальнейший человек, который может еще и цезарь готовить. Помимо всего прочего, что он умеет. Такого не бывает, это вам кажется просто, это на самом деле. Так, иллюзия. Да. Вот следующий, который иди, да, вниз еще спускайся. Контейнер. Дэн собирает друзей. На минус первом этаже самого, так сказать, что-то центрального района вести, да? Города Москва. Привет. Отлично. Все любят есть, это хорошо. Готовить. Это надо за помидорами сбегать, да? Так, но придет тот человек сегодня, и у нас будет большой-большой банкет, да, Настя? Да. И вот все тут, сказать, состоявшиеся люди хотят поздравить вот этого великого человека с днюхой пищи в элитных ресторанах. Ну чего, это я тоже унесу. Ну, правда... Без работы я не останусь. Да, точно. Потрясающе. Секреты рецепта раскрываются, так что, друзья... Эти кадры вы смотрите, пересматриваете, делайте так же, как и мы. Французская кухня. Смотрим, как она готовится. Это итальянская. Италия. Да. Французская это у нас Катерина. Да. Русские девушки. Франция это ее тема. А, Франция будет завтра. Друзья, завтра приходите, короче. За Францию. Обращайтесь к Катюше, она вас туда отвезет. Да, конечно, конечно. Серьезно. У тебя уже, купили, нет? Конечно, да. И не один. Так это ты кухню в Париже снимала, тоже участвовала? Да, конечно. А, ну я думаю, где тебя видел уже? Не кухню. Вот оно, как все это, сплошные звезды вообще собрались. Вообще потрясающе. Для них есть вот эти замечательные штучки, которые были изначально. То с овощами. Ну, короче, для вегетарианцев будет вот это вот слева крайняя куча салатных листьев. А что ты запихал туда в соус вообще? Они могут это есть? Это лево, а тут право. А тут, ты знаешь, очень странно. Они скажут, а что туда поклали? Давай так, если они перепутают, что делать? Они едят и тот соус. В том соусе ничего такого. Вообще сегодня можно есть все, да, Дэн? Не нужно есть. У меня осталось гренки остались? Да, выкладываю. Боже, так вкусно пахнет. Больше выкладываю. Дэн, у тебя сколько гостей заявлено? Человек 100, наверное? Человек 50, но из них еще не много придет. А сбор гостей во сколько? Некоторое количество. По-моему, все должно быть. Мы только начали. Оказывается, друзья, все начинается еще. Ну, на первое. Зашибись. Ну, это да, это я поросенок, я знаю, но я сегодня все весь день готовил. Поросенок, это я в год поросенка родился, а ты-то кто? Ты-то другой. Поднос готовый, нет? Ну, такая потрясающая подготовка вообще. Чувствуется. Что делать с мясом? Здесь праздник, в смысле, хороший праздник. А репортаж? Там репортаж. Да, репортаж. Вам так идет вообще стоять вот так вот в перчаточках. Это прям пик французской моды точно. Фэшн отдыхает вообще. Как это вот, не догадались раньше дизайнеры одеть такие перчаточки и вот так вот готовить. Представляешь, это оргазм для всех мужчин, которые смотрят этот канал. Ребята, вообще потрясающе. Сейчас вас фотографируют. Да, чаепитие – это самый мощнейший способ. Деловой. Я ему даю покушать, а он все фотографирует. А мы для Ютуба 6 тысяч подписчиков улыбаемся, друзья. Грандиозный рецепт Цезаря. Вообще вкусная вещь. Вообще супер. И потрясающий сэндвич. Именинник, объединивший всех здесь. Сейчас, Валерий Борисович, сейчас. Давай, я тут понимаю. Я приму первую. Да, ты принимаешь. Первый пошел. О, полетел. Да. Вот это. Так. Итак, гости дорогие. Потише, да? Потише, музыку. Сделайте потише. Потише. Делайте тише. Потише, музыку. Да.
В общем, вот этот серебристый кубик, передайте, пожалуйста. Нет, большой, большой, большой. Черный большой есть? Уже нет. С тобой ничего нет. Итак, гости дорогие, кого налито, замечательно, у кого нет, можно тут будет подходить и передавайте. На самом деле не ко всем я стою лицом. Те, кому я стою не лицом, это особая касса, да. Каждый из трех человек, они не обидятся, поэтому. Они удачно сели, они тут заняты. Поэтому. На самом деле, очень рад всех видеть. Поэтому. Потому что на самом деле тут люди собрались с абсолютно разных сторон. Вот. И я единственное могу точно сказать, что все они творческие и позитивные. Поэтому знакомьтесь, общайтесь. Буду очень рад. Ну ты немножко представь. Творческое объединение. Не рад. За это не переживай. Поэтому. За тебя. У всех есть, не только есть чай. Днем рождения. Чашечку. Что, кому чашечки? Чашечки есть. А, чашечки. Творческое объединение Денис Смирнов. Всех объединил. Вообще красавец. Все. Касаемо представлений, вот могу так сказать. Мы находимся в пространстве чайной компании «Путь». Это мы очень близкие друзья на протяжении уже долгих лет. Собственно говоря, со знакомства с этой чайной компанией на 61 этаже Москва-Сити началось мое плотное увлечение качественными китайскими чаями. Вот. Так что это произошло очень высоко. Сейчас мы наоборот пониже, поэтому. Вот. И на самом деле это пространство очень мощное энергетически. То есть здесь происходит очень интересная трансформация. Вот. А вот сейчас, собственно говоря, делает чай тот человек, которого я рад видеть, которого вижу крайне редко. Но касаемо того, как человек делает чай, это самый близкий мне чайный мастер, это Ваня. Вот, поэтому очень рад, что он. Это вот чаша желания. Что ты делаешь? Берешь листочек бумажки, пишешь желание, потом берешь тарелочку, сжигаешь, потом этот пепел туда высыпаешь, наливаешь туда вина, хорошего желания, потом поставить где-нибудь в саду под хорошим кустом. О, я это буду у себя на даче делать в эти выходные. Или у жаркого. Пить не надо. О, ну до жаркого это мы еще дотянем, да. Ты запомнил, что пить нельзя? Я понял. Пить нельзя. Он это забудет, как только начнет, понял. Потрясай. Ну, видишь, я старался. Следующий тост будет менять костюм. Так, домашний такой. Да. Перевоплощается с каждым тостом. Я тебе лишь... Пишите, смотри, цветочки есть. Раньше говорил, лучший подарок. Доктрина на сферной цивилизации, которая вышла в компании Геннадия Бичева, нашей конференции «Экология сознания», тут академики и так далее. Поскольку ты всегда за нами следуешь, на следующей конференции это у тебя просто. Отлично. Вот. Ну, что тебе пожелать? Ты такой красивый, такой активный. Вот последний раз, кстати, Валера не был с нами. Кругом дизайнеры, Франция, Америка, девушки. Такого количества красавиц я не видела давно. Какие ухоженные, молодые, сумасшедшие, красивые. Сумасшедшие, красавицы. Да. И в центре внимания, облепляли эти красавицы. И они к нему, ну, просто, как бабочки, как мужики. И он обещал заняться, стало бы, да? Не знаю, что он там с ними делал. Но он их творчески объединял. Я, наоборот, обещал не жениться. Обещал, если не значит жениться. Это их и притягивало. Так вот, я тебе скажу, что один момент, когда там человек 7 стоял, вернее, всем дам, ты тоже свидетель. Вот Любочка одна из самых прекрасных дам. Я просто свидетель. И вот он стоит, такой воодушевленный, и вдруг он так прислоняется ко мне, и от него идут такие феромоны, гормоны сумасшедшие. Очаровательно. Вот я тебе хочу сказать, что ты так свел и пах, и привлекал женский пол. Всегда. Потому что вот этот момент я запомнила. И видите, запах фото, это тоже гормоны. Ты хоть сменил, но я думаю, запах есть. Тебе счастье, тебе привлекательности, и чтобы ты тем самым свою половину-то и притянул. Хорошо? Давай. Я прошу прощения, мы действительно
обычно папа объединяется с американской, с российской диаспорой, и не только с российской, правильно, да, излагаю? Вот. А Денис появился, тоже вам объясню, не случайно в нашей жизни, потому что, будучи в декабре в Париже, я познакомился с одной замечательной дамой, который говорит, у меня есть конкретный представитель в Москве. Да, сегодня. Да. У нас есть, она первый раз в компании, много о тебе, Валера, рассказывал, во всех нас, и Синелия. Она сейчас твой подарок выразит песни, потому что Белочка, это уникальный певец. Вечером собрались за столом, в эфире и вечеринка, и опять поют. Что происходит в это время? А в это время открывается душа. Когда открывается душа, что происходит? Происходит соединение со всей Вселенной. И наши предки были открытыми душами постоянно, поэтому они общались с предками напрямую. Они знали, что он родится у своего деда, у своего внука, у своей внучки. Это все вот было открыто. Сейчас нам нужно оживить нашу генетическую память, оживить наши ДНК, активизировать, потому что временно они были у нас заблокированы. Вот. Для этого, в общем-то, можно петь не только руны, можно петь любую песню, которая идет от души. Поэтому я желаю Денису и всем присутствующим петь от души то, что нравится, то, что хочется, то, что вызывает желание жить, творить и процветать. Ну, если хотите, я, конечно, могу спеть что-то. Просит. Немногословие рождаясь, не нарушая тишину, и в своей сути открываясь тому, кто долго был в плену. Любовь как сердце измерение, самозабвенна и чиста, приносит мир, дает прощение. Прочтение снова листа. Слышишь, как она рождается? Любовь нежно струн души касается. Любовь одета в белые одежды под звуки хоров неземных. Сестрица веры и надежды, и все же большая из них. Она приходит бессловесно и никогда не предает. Не отвергай любви небесной, она прозрение твое. Так сокровенна и нежна, она и жизни хлеб насущный, она как воздух всем нужна. Любовь великая награда тому, кто жаждет высоты. Она пришла, и ей не надо дворцов и замков золотых. If you win it, comes and goes in a minute. When the real stuff in life to cling to. One.
offers you one piece of life.